9 августа на реке Белая в районе поселка Тугэ накануне своего дня рождения республиканский рыболовный клуб «Агидель» проводил очередной летний фестиваль «Fisher02.ru». Как всегда, собралось большое количество желающих поучаствовать в этом празднике. И для меня, побывавшего на большинстве фестивалей, знакомые лица многих стали почти родными. Как всегда, фестиваль открывал председатель клуба Эдуард Виктор. Этот фестиваль у нас ежегодный. Если кто-то не знает. С праздником поздравил глава местной администрации. Хорошего, и как говорят, ни хвоста, ни чужой. Главный судья соревнований Александр Ахмеджанов. В этот раз соревнования проходили в трех номинациях: поплавок, фидер и спиннинг. Новинка от компании «Мерлин», одного из многочисленных спонсоров фестиваля. Мелочь, а приятно. Прикормка «Дунаев», компания «Мерлин». Даем прикормку на закорм рыбе. А я дальним забросом сегодня просто буду тренироваться. Потому что в этом году мечтаю попасть на отбор на чемпионат мира. Там надо ловить баллон с удочкой. А я пока умею плохо ловить баллон с удочкой. Поэтому именно ей я и буду сегодня ловить. Вот. Вся тактика. Там что получится. Ловит, опарыш. Какой? Вон. Опарыш не очень. С такой фоткаться. Okay.
И еще одна новинка, а скорее сюрприз для детей и их родителей. Спасибо Гуте и Ленусе. Ну зато когда бы мы еще понадували шарики? Три девицы под окном дули шарики вечерком. Готовимся к празднику. Сейчас проснутся наши дети, и мы будем играть. Нам нужны шарики, нам нужны призы, поэтому взрослые все сейчас занимаются подготовкой. Умные взрослые, рыбаки. Да. Вот 90 шариков должны наши товарищи надуть. А у меня тоже воздух сосет. Надувание шариков, это на самом деле это очень... Творческий процесс. Это очень экстремально, потому что они лопают прямо в нос, и очень больно и страшно. И поэтому мы сейчас очень аккуратненько вот надуваем вот такие маленькие шарики для маленьких детей. Маленькие надувают? Если был бы выбор между микрохирургией сердца и, например, надуванием шарика, естественно, Лена бы выбрала, конечно, надувание шарика, потому что гораздо более тонкий и творческий процесс. Пожалуйста. Ой. Ты что, шарики пошла сюда? Опарышев, как обычно, на белый. Ой, буянин. Я занимаюсь фидером года 3. Получается, первый год был экспериментальный, пробный. Все учился, все познавал. На второй год начал ловить. Ну, сейчас более-менее как-то получается. Вся пойманная на фидер рыба после взвешивания отпускалась на волю. Давайте следующего, к Матулину.
О, пока новый прибор. Приблизи нас. От многочисленных спонсоров было предоставлено небывалое количество призов, ожидающих своих обладателей, которые определятся после судейского подсчета. Кто это будет, вы увидите во второй части моего лаконичного рассказа.